Приветище, это контрабака Полизака и наш четвертый день. Просыпайтесь, у нас много дел на сегодня. Сначала подойдите к информационному щиту. Как обычно, ты говоришь одно и то же по утру. Но давай все-таки подойдем и посмотрим, что у нас тут висит. Сегодня вас ждет работа с водителями, которые хотят везти грузы в страну. Похоже, нельзя впускать тех, кто перевозит продукты питания. Начнем приглашение первого водителя. Сейчас, подождите, дайте я еще раз посмотрю. Запрещены к ввозу следующие продукты. Продукты питания. В принципе, то, что он и сказал. Но подожди, тут еще и почта у нас работает. Давай возьмем почту. Газета. Что написано? Ух ты, ё-моё. Перепроизводство продуктов питания. Угу. Поэтому и запрещено ввоз из-за границы. В общем, ладно. Запускаем первый грузовик и посмотрим, что они там нам привезли. Колбасы, санкционочки, да, сырочек. Давай, въезжай. Сразу же взвесим. О, вижу, лабаш у него разбит. Здорово, бородач. Взвесимся. 5540. У каждого перевозчика должна быть действительная транспортная накладная. Потребуйте у него нужные бумаги. Бумаги мне дал быстро. О, нормальный чувак. А что так высоко тянуться надо, блин, за бумажками-то, а? Значит, во, накладная, смотри. Опись грузов. Мыло, газовая плита, бочка бензина, мешочек цемента, унитаз, холодильник. Ну, давай проверим. Удобнее всего сравнивать документы и реальный груз с помощью планшета для учета грузов. Возьмите его со стола. Давай возьмем. Планшетик. Используйте планшет для учета груза. Ну, давай попробуем. Значит, где у нас тут что есть? Открываем. Итак, это что у нас? Это цемент, по-моему. Еще один. Холодильник, плита. Эх, залазим внутрь. Вот это что? Это еще одна плита. Бочка, фиг знает, что это такое. Еще цемент. Ну, цемента у него много там было. Точнее, смеси для цемента. Там 17 упаковок у него было написано в документах. Сейчас все и проверим. Главное, ничего не упустить. Вот это вот мыло, наверное. Унитаз вижу. Вот это что? Отлично. Теперь сравните записи в планшете для учета грузов и описания. Проверьте прочие данные, пропустите или разверните водителя, и затем пригласите следующего. Окей. Давай сверим. Тап. А как мне достать и планшет, и одновременно, и записи посмотреть? А, вначале смотрим на планшет, а потом там. Мешок цемента 17, холодильник 2, газовая плита 3, бочка бензина. Бочка бензина есть? Есть. Цемент, унитаз, холодильник. Мыло одна штука, унитаз одна штука. Ну, слушай, вроде бы все окей у него. Я думаю, что можно его пропустить. Единственное, нужно пометки сделать по машине, что у него есть проблемы. Спущены шины, разбиты окна. Что еще? Разбита фара. Фары. Так. Номер, госномер обязательно надо проверить. ВОЗ 5046АР. Соответствует. Колесо ок. Закрываем, значит, сзади вот эту дверку. Еще одна фара разбита у него, поворотник. Две фары разбиты, сзади все окей. Зеркала на месте, я думаю, что все, можно тебя пропускать. Единственное, надо проверить действующие документы. Национальность Аркистан. А, ну, соответственно, все ок у него здесь. Так что можешь проезжать. Держи свои документы. Въезд разрешен. Тише отсюда. Что-то он слишком радостный. Я, походу, опрофанился, да, где-то? Сейчас узнаем. Все его пропустили. Отличная работа. Давай посмотрим результаты. Здесь все ок, тут все ок. Короче, на 100% отработали. Красава. Чутье не подводит. Следующая тачка. Единственное, я грузоподъемность автомобиля забыл проверить. Ну да ладно. Там еще один. О, еще два грузовика надо отработать. Вес 490. Иногда нужно выгружать товары для осмотра или поиска спрятанных предметов. Выберите планшет для учета груза, чтобы взаимодействовать с товарами по отдельности. Нажмите Е, чтобы разгрузить товары. Окей. Так, документейшн свой дай. Чё ж вы все такие высокосидящие, а?
Пойдем разгребать. Вот надо было его вытащить на самом деле из тачки и заставить, чтобы он открыл дверь и выгребал весь свой груз. А я не могу его выпроводить из тачки. Да уж. Открываем. Теперь нужно выгрузить. Значит, у него есть ящик яблок. Так, это же питание идет, получается, правильно же? Яблоки — это продовольствие или нет? Мешок соли, мешок цемента, мыло, химикаты. Хорошо. Как нам разгрузить теперь вот это все дело? Достаем планшет. А, и вот, видишь, разгрузить. Разгрузить это все дело, чтобы пройти вон туда подальше. Так, вот это что такое? Ящики убираем. Ну, вроде бы ничего у него тут нету скрытого. Отлично, весь груз разложен по столам. Теперь вы можете пересчитать груз или обыскать на предмет контрабанды. Как закончите, попросите охранника вернуть груз на место. А где мы... А, вот он, стол. Вот он, стол. Ну хорошо, давай будем переписывать это все дело. Цемент, мыло, ящики с чем? Непонятно с чем, сейчас посмотрим. Еще какие-то химикаты, мука. А, ящики, может быть, с яблоками. Ну все, я вроде бы все переписал. Смотрим. Ящики яблок 2 штука. Мешок соли 5, мешок цемента 10, мыло и химикаты 3 и 1. Сверяем. Мешок цемента 10, мыло 3, ящик яблок 2, химикат 1, мешок соли 5. Вроде бы все соответствует. Никаких нарушений я здесь не вижу. И контрабанды вроде бы он как бы не возит. Хотя вот эти вот сидушки, я бы их скрыл на самом-то деле. Я могу? Могу? Какая-нибудь кочерга, может быть? Нет, тут ничего, нечего ломать абсолютно. Под полом тоже ничего нету. Меня там посылает и материт водитель. Открыть. Здесь ничего нету. Это бензик. Ладно, фиг с тобой. Сейчас пометки сделаем, что у тебя тачка расшиблена. Окна 2 разбито. По колесам все ок здесь. Фары 1 разбита еще фара. Нет зеркала. Вот зеркало тут нету. Шины ок. Ну, вроде бы все. Теперь документы давай сверим еще разок. Регистрационный номер NFV2209VT соответствует. Ладно, короче, загружай обратно. Мы его не пропустим. Он яблоки везет. Так, этот водитель пытается ввести в страну еду. В нарушении действующего законодательства. Нужно его задержать. Ну давай, значит, задержим. Я так и знал, что яблоки твои – это контрабанда. На самом деле не контрабанда, просто мы не ввозим сейчас продовольствие. Поэтому давай, до свидания. Он меня опять послал. Он сказал, что это большая ошибка. Но мы-то знаем, что это нет. Вот так вот ему напоследок по бочине автомобиля. А если я встану вот так вот? Вот так вот. Ой, ой, минус 10 долларов я разбил. Злостный нарушитель. Таможенник, злостный нарушитель. Разбил ему фару. За что с меня сняли денег? Чего? Недействительный отчет осмотра? Минус 100 долларов? За что? Почему? Нет зеркал, я отметил. Разбитые окна 2 отметил. Разбитый фар. А, ну то, что я ему разбил. Ежедневные ограничения. Не пройдено. Короче, я не понимаю, в чем проблема. Ладно. Убираем лом и ножик. Видимо, это как-то повлияло на действия нашего главного судьи. Привет. О, снова ты. Добрый день, как вам погодка? Погода отличная, зубы мне не заговаривай. Документы. О, выйди из тачки. Выжил из тачки, открыл багажник мне. Багажник открыл, говорю. И документы лучше дай. Возьмите, надеюсь, все в порядке. Какие вы доброжелательны. Еще и в костюмчике. Ладно, посмотрим, что у нас здесь. Оу. Достаем планшет. А, нет, вначале давай посмотрим, что он везет. Мешок соли, ящик сыра, мыло, биологически опасные и удобрения. Но он сыр везет, это тоже не катит. Посмотрим на наличие контрабанды. Может, он еще что проводит? Так, я думаю, что нет, контрабанды тут нету. Пам-пам-пам. Вроде все чисто. Итак, давай считать. Мыло. 2 ящика с сыром. Мука.
Вроде бы все, я все записал. Смотри, удобрение 10, мыло 3, ящик сыра 2, мешок соли 5, биологически опасные 1. 5, 2, мыло 3, 1, 10. Все совпадает, все как надо. Но поскольку он сыр провозит, я не могу позволить тебе въехать. Давай документики еще посмотрим. И тачку еще надо смотреть. Вот, кстати, тачку надо осмотреть. Колеса в порядке, красавчик. Лабаш разбит. Фары ок. Разбито окно. Я думаю, что нет. Я тебя не пропущу, ты сыр везешь. А может быть в сиденьях контрабанда-то, а? Где ножик? Подожди. Ножик, ножик, ножик. Прошу вас, перестаньте. Опа-на. Я думал, там сыр, но нет. Я деталь уничтожил и получил еще один штраф. Понятно? Так, ладно. Давай все это уберем. Хотя можно его пустить без грузов. В принципе, это будет забавно. Давай грузи. Спасибочка. Вы мне очень помогаете. Все на месте проверяем, да? Все на месте. Но поскольку ты сыр везешь, въезд тебе запрещен. В любом случае. Документы отдаю, въезд запрещен. О, нет. Это я убираю. Ну? Всевышний судья, скажи мне, правильно я пропустил или нет? Точнее, Всевышний комментатор. Комментатор. Давай, давай, учесывай отсюда. Сырная мафиози. Ну? Отметьте хотя бы одну ошибку в отчете досмотра. Да блин, что не так-то опять? Ежедневные ограничения. Ёпарасы-то. Я понял. Нужно отметку... Там есть отметка вот эта вот, ежедневное ограничение. И нужно там галочку поставить или убрать. Да что ж такое-то, как я так уже второй раз опрофанился. Ну все, сейчас все будет чики-пуки. До меня только сейчас дошло, старый я пень. Штопанные ты носочечки. Большущие ноздрёчечки. Итак, пожалуйста, освободите дорогу. Здравствуйте, надеюсь, проверка пройдет гладко. Ну не знаю, бородач, не знаю. Ты откуда, с Техаса? Чё ты в шляпе-то? Выходи. Выходи и пока... Какой у тебя костюмчик? Сразу видно, в Европе где-то покупал. Давай документы. Вот документы. Спасибо. Давай посмотрим, что ты там везешь. О, в принципе, тут выгружать ничего не надо. Тут и так можно посчитать. Что, мешок цемента, унитаз, моющие средства, газовая плита. Ну, вроде бы как, у него тут ничего такого-то и нету. Вот записываем все это дело. Хоп-хоп. Хоп. Вроде контрабанды нету, да? Можно хотя бы выгрузить. Подожди, может что-то спрятано. Как ты думаешь, спрятано, нет? Я думаю, что нет. Не, ничего не спрятано. Чувак, давай обратно грузи. Все там ок. Все в порядке. Сверяем сейчас наш список. Значит, мешок цемента 10, газовая плита 1, моющее средство 1, унитаз 1. Все, огонь. И, в принципе, ограничений никаких нет. Вот отчет о досмотре, смотри, опись грузов, вот, ежедневные ограничения. Вот эти галочки надо было просто убрать, точнее, вот эту. Вот так вот сделать и все. И тогда бы все было бы хорошо. А так я, получается, их выпровождал, а в документах не было основания, по какой причине я их выпровожал. Дружище, все, у тебя огонь, держи документы. Въезд разрешен. Я что-то даже толком-то и документы не проверил его. Отлично. Наконец-то Аркистан. Все, давай. Пока-пока. Привет, передавай, пиши мне. А подожди, кстати, я... Блин, у него фары разбиты. Документы, подожди, подожди, не уезжай, не уезжай. Не уезжай, документы, документы свои дал. Запрыгнуть надо в багажник. Ах, черт, не успел. Этого водителя нужно развернуть. Нет, 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 это решение было неверно. Да что такое-то, а? Да капец. А что не так-то было? Надо было... Черт, не успел нажать на отчет досмотра. Ладно, хорошо. Пошли легкоушечки, заезжайте. Что-то сегодня какой-то день нефартовый у меня вообще. Не везет. Ну, я на обучении нахожусь, поэтому хорошо, по шапке мне не прилетит. Добрый день, как вам погодка? Еще один добряж. Вышел с тачки по-быстрому. Документы мне передал. Сразу начнем с отметки о машине. Спасибо. Так, значит, осмотр. Что нам показывает осмотр? Разбито окно. Разбито окно. Вроде все остальное ок. Никаких проблем нету. Вижу два ящика он перевозит каких-то. Вон два ящика. Чего там? Кокаина? Кокаина везешь, а?
негодяй. И здесь вот еще разгрузить. И вот эти вот два ящика достать, пожалуйста. Интересно, у него есть контрабанда, нет, как ты думаешь? Так. Значит, что мы везем, товарищ? Моющее средство и багаж. Две штуки. А в багаже там может быть что угодно. Это можно открывать, да? Открываем. Так, так, так. Тут у нас вещи, носки, трусы, понятно. Здесь тоже ничего такого, в принципе, нету. А это у нас... Даже отметим, что это у нас было. Моющее средство. Угу. В принципе, все по списку у нас. Огонь. Давай загрузим ему все обратно. Загрузить. Я не знаю, проверить его на контрабанду или нет. Это ж я, блин, опять сейчас могу лохануться так знатно. Так. Черт, нету нифига. А здесь, ну ладно уж. Лишаться денег так по полной. Не, ничего нету. И ножик у меня сдох. Круто. Так, где же может быть контрабанда, как ты думаешь? Ладно, мужик, не буду тебя задерживать. Давай я тебя пропущу. Въезд тебе разрешен. Итак, тачку покоцал. Давай, въезжай. И сейчас и с тобой будут проблемы. Я вообще, конечно, офигею. Походу, должность таможенника мне не видать будет после сегодняшнего дня. Там еще одна тачка. Так, поехал совсем открытым. Ну, ладно. О, бумаги в порядке. Отлично. На 100%. 83. Че, я не разбитые окна отметил. Фары. Нет бамперов. Бампер. Ладно. Ну, бампер не досмотрел. Бывает. Не страшно. Так, въезжайте. Вот для чего весы-то нужны-то, ё-моё. Ты по документам сверяешь максимальную грузоподъемность, если она превышает, то, соответственно, контрабанда есть. До меня только сейчас-то дошло. Вышел с тачки. Давай вот сейчас проверим его грузоподъемность. Так, 1690. А максималочка у нас какая там по документам? Это у нас какая тачка? Сейчас найдем. Где-то здесь вот. 2000. Вес без нагрузки 1400, максимальный 2000. Так, ну он с нагрузкой, это 100%. Что везем? Давай достанем. Мы же можем это все достать и посмотреть вес без нагрузки. Правильно же? Вот так вот все достаем. Так, так, так. Смотрим вес без нагрузки. Было 1690, 1520. Ты что-то скрываешь, у тебя в багаже что-то есть? Унитазы. 20 килограммов унитаза, что ли? 1400. Так, а у него... Да, все соответствует. Вот как надо было таскать. Ла-ла-ла, первые разы. Чунгачкук я. А мне даже сверху никто ничего не сказал. Документики передайте, пожалуйста. Сейчас узнаем, все в порядке или нет. Унитаз 3 штуки, багаж, моющее средство. Производим опись. Моющее средство 2. Багаж сейчас проверим. Багажа почему-то 3. Или сумка это не багаж? У него же тут сколько? Багаж 4. Все правильно тогда. Сумку открыть нельзя. Все ясно. Но вроде все по документам соответствует. А, еще я опись унитазов забыл произвести. Унитазы тоже можно открывать. Конечно, у них же можно контрабанду провести. Вроде все ок. Убирайте. По тачке все у него нехорошо. Фара разбита. Колеса, огонь, зеркало есть, передние фары и бампер на месте, окна не разбиты, все, по-моему, хорошо, по документам. Сверяем фотку, совпадает, въезд до 17 октября совпадает, ну, вроде все, ты можешь проехать. Въезд разрешен, проезжайте, пожалуйста. Рада туксая, большое вам спасибо, до свидания. Давай покеда. Капот бы закрыл, ладно, я не буду это делать. Мне лень. Удачи, не расшибись. А, он сам закрылся. Ну? Бумаги в порядке. 75%. Чего-то я не отметил. Разбитые окна, 3 штуки. Даже незаметно было, что они разбиты-то у него. Ну, хорошо. Очень неплохо. Вы быстро учитесь. Пора отдохнуть. Сегодня последний день обучения. Это последний день был? Серьезно? Ну, пойдем подрыхнем. Пойдем. Ну что ж, на сегодня это все. Мы удачно прошли 4-й день. Остался еще 5-й, последний. И он будет экзаменационный. Я буду без помощи кого-либо целый день на таможне. Никаких советов. Я буду все делать сам. Но это будет уже в следующей серии. Поэтому не забудь подписаться и поставить лайк, если ты еще этого не сделал.
то обязательно сделай, а я с тобой прощаюсь, пока. Увидимся в следующем ролике.